вытаскиваем вас бесконечно. Согласны? Часто и густо застреваете в лифтах. Это один из дворов на набережной. Толпа возмущенных жильцов устроила настоящий скандал представителям лифтовой и управляющей компании. Причина: в трех домах сегодня отключили лифт. Во-первых, со слов работников управляющей компании, за неуплату. Но, во-вторых, коммунальщики заявили, что решили перестраховаться. Лифт в домах нужно ремонтировать, но приводить в порядок подъемное устройство просто не на что. Жильцам же в это время приходится пешком подниматься на 10 этаж. На самом деле люди не хотят оплачивать. От 100% населения регулярно платят только 30. В данный момент у нас больше 10 миллионов долгов на услуги ЖКХ. Сперва мы повесили на всех этажах, поэтажно, поквартирно, ихние долги. Нет реакции. А возле подъезда вывешиваем списки, тоже нет реакции. Вот недавно уведомление, собственно, ручно выдали всем досудебное уведомление. У народа нету никакой реакции. Их рабочий день начинается в 7 часов утра, только так есть шанс застать должников дома. Долги за коммуналку многие оплачивать не спешат. Но все равно придется, иначе визита судебных исполнителей не избежать, поясняют работники 8-й управляющей компании. Арест имущества или обращение на заработную плату – наиболее эффективные меры. Многим достаточно одной перспективы. Однако в рамках сегодняшнего рейда взыскать долги так и не получилось. Видимо, отсутствие судебных исполнителей сыграло все. И еще, как правило, долги за услуги ЖКХ отдельно взятых собственников жилья ставят под угрозу коммунальное благополучие законопослушных актюбинцев. Лязат Сакиева, Алимжан Молдабеков, программа «Факт».